Казалось бы, все новогодние праздники уже подошли к концу, но впереди нас ждет еще одно зимнее торжество – Старый Новый год. Интересно, как его будут отмечать наши земляки? Ой, никак, скромно будем отмечать. А что, может, кого позовете, что приготовите? Нет, мы позовем подруг, конечно. Приготовим свое вино, которое вырастили на огороде, с которым сделали. Ну, и встретим Старый Новый год. А потом пойдем в баню, нас, скорее всего, знакомых. Ну, мы обычно собираемся за столом у себя там в городе, я, например, в Браше живу, вот. А в этот Новый год, наверное, мы будем здесь. Да. Может быть, подружки тоже будем. Ой, девушка, отлично, вот и все. Мы будем семьей отвечать. Вот, там с родственниками все соберем, там оливьешку поедим. Вечером с столом, за столом соберемся, позовем бабушек, дедушек, вот, племянников вот позовем. Поедим. Шампанское выпьем немножечко, я уж совершеннолетний, мне можно, вот, шампанского, максимум бокал, вот, и как бы подарочки подарим, и все, разойдемся. Только вдвоем, и только просто она бросается мне на шею, я к ней на шею бросаю. Ну, тебе серьезно спрашивать? Возьмем бутылку шампанского, сядем, вспомним молодость, вспомним близких. Да. За их будем, здоровье. Да, выпьем за их здоровье. Готовиться к экзамену. Да, будем готовиться. Дома с внучками, с детьми, пирогами, без вина. Почему внучки? Без вина? Внучки маленькие. Вот сын не пьет, зачем нам вино? Ну, во-первых, с семьей. Во-вторых, в этот день еще у меня профессиональный праздник. День печати. Поэтому буду отмечать. Как-то в домашней обстановке, елка еще стоит, шампанское еще есть. Отличный праздник. Повторить то, что не успели, вернее, то, что пропустили немножечко в пылу новогодних праздников. Вот, догнать. Да в больницу буду на операции. 14-го операция у меня. Ну, у меня дети маленькие, поэтому не знаю, как обычно. Обычный режим будет вечером. Ужин, в 10 спать. Я дома буду с семьей. А это будет происходить с семьей? Да. А у вас тоже? У нас тоже. Мы будем отмечать его дома со своей семьей. И еще и с моей собакой. Она тоже наша семья. Еще с бабушкой, с тетей. Это самое. Только с котом вместо собаки. Ну а так, может быть, девчонки, подружки придут. Посидим, чайку попьем. Ладик, всего доброго, всех с наступающим. Старым Новым годом. Обедать, конечно, у нас гусь. Отличный гусь, такой жирный прям. Мы его специально каждый год готовим. У нас своя ферма. И вот потом мы всей семьей собираемся, приезжают прямо из всего города к нам домой. И мы вот отмечаем старый, как и Новый год. А сессия, кому нужна эта сессия? Самое главное, чтобы близкие были рядом в этот под новый праздник. Вот и все.